дорогие друзья, с вами Димас, Олокдог, Кинганчпук, Кокоас, Доргдраган, Чебузаврик и Суперментал, какой-то странный никнейм, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. О, могу со жопы тащить лазерный меч. Всем привет. Сегодня у нас очень крутой ролик, потому что вышел офигенный пак на NPC, называется Dark Deception. Если опять укажете приятного аппетита, а у нас обзор на крутецкие NPC. Погнали. Первый у нас Агетта. Озвучка на высоте и 5 звездочек у этого пака, поэтому надеюсь вам понравится. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, что она может? Ты можешь какие-то звуки? Ну, на пробел понажимай, все понажимай. Нажимай. А, правой кнопкой мыши. Ой. Так, разговаривает. Ух ты, ты чё? Ты хоть предупреждай, когда будешь бить. Ты неадекватный, что ли? Так, звук, ха! Так, ты псих. Так, будем сейчас, короче, проверять, сколько у них жизни. Я беру пулемет, который реально мне нравится. Ты готов? Да ты стал злее намного, у тебя глаза краснючие. Да подожди ты, псих, успокойся. А ну и дай еще разок. Нифига, ну давайте попробуем AR2 шары. Мне кажется, это очень будет действенно. Да сколько жизни у тебя? Да я не бессмертный. Вау. Да, это бессмертный, представляете? Да нельзя убить. Хорошо, это NPC бессмертный, я понял. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что мы поставим в конце все NPC и будет жесткое выживание. Но эту телепиздриху ставить не буду, она бессмертная. Чиф Манкей. Офигенная озвучка, да, круто сделана? Смотри назад. Да. У него ключи крутятся. А ты можешь что-то похлопать в ладошки? Ну-ка. Правой кнопкой мыши, не? RF. Ничего не нажимается такого, не? Б-не-ле. Не-не. А ну-ка, лупани меня. Ух ты. Неплохо, неплохо. Нифига себе, он быстрый. Прикинь, это будет какая-то... Так, проверяем, сколько у него жизни. О, а это смертный. А этот смертный. А ну-ка, давай мы его сейчас поставим, все-таки попробуем замочить. А чем его замочить? Монетка. Ой. 7000 жизней, смотрите, нет. Нет. Не хочет. А что такое? Может, это оружие не берет его конкретно? Шары R2. Ой, слышу. Дамаг наносит, слушайте. Сейчас он проиграет, смотрите, еще пару выстрелов. Да что за бред, ты не умираешь. Да ничего не происходит. Как тебя убить-то? Хорошо. На, попей. Поехали дальше. Клоун Гремлин. О, прикольный. Лефиздрик. Ух ты. Осторожно. Псих. Еще разочек. Тихо, шарик. Да мы же обзор делаем, подождите. Ну, я буду банить сейчас, кто будет фигней заниматься. Я случайно... Что он может? У него такие зубы. А ну, правая кнопка мыши, ничего? Звуки не издает. Нет. Блин, он такой стрёмный. Да хватит. Ну, они все, видите, там может с одного раза. То есть, это мощные монстры. Ух ты. Ну, нормально, нормально. Ты чё? О, с одного раза умер. У него мало жизни. Он такой, знаете, слабый. Дум дубки. Ого, что за каменная утка? Пельмень. Что за пельмень? Точно, что пельмень. Утка-пельмень. Уточный пельмень. А что она может? Смотри, лови. Ух ты, а что это такое? А ну попади по мне. А ну попробуй попасть. Это пельмень. Офигенно оружие, получается, кидает какими-то штуками. Ух ты! Какой милый! У тебя такой прикольный звук челюсти. А ну кинь еще это кабаками, как ты кидаешься? Во! О, 30 кп отнимает эта штука, Овина. Пельмень у тебя в поле. 3 выстрела, ну получается где-то 4-5 тысяч хп. Дред Дукки. Дакки.
О, это просто каменная штуковина, да? Что она может? Вообще, да. О, что? Да ладно. Блин, ну прикольно же сделано. Я даже не ждал, что ноги вылезут. Опа. О. Да ладно, получается, как прятаться, да, можешь? Чпоньк? Ноги из дерева, смотрите, деревянные ноги. Неплохо, неплохо дамажит. Не долго. Ну-ка. О, смотрите, цвет поменяла. Глаз подбитый, красный же. Не, не могу убить. По ногам. Дамажьте, дамажьте курицу эту вонючую. Да отвали. Хорошо, у нас дальше надо всех успеть посмотреть. Ой. Gold Watcher. О, что за статуя? Ты куда? Эй, статуя. О, успел. Селился? Да, он просто убежал так быстро. А что он может? Да ладно, неадекватный псих. О, у него еще разные, получается, позиции, когда он стоит. Смотрите, разные позы. О, вот такой вот есть. Ну-ка, проверим его жизни. Хорошо, они мощные. Голиат клоун. Ого, как он гигантский. Зубы такие острые. Получается, он металлический или что? Во, реально он стрёмный. Вот такого ночью встретить на улице, ну как бы будет не по себе. О, так ты можешь еще дамажить. Офигеть, они мощные? О, не цвета, они взрываются. Да ладно. А, это вы их взорвали? Ха-ха, я понял. Это тот же челик маленький. Да-да-да, они легко убиваются, у них и жизни мало. А ну, лупани меня. Бум, кулаком по башке. Неплохо, неплохо. Хорош, мне нравится этот клон. Пока весь этот больше всех мне нравится. Ребята, вы напишите в конце ролика, какой больше всех понравился вам. Этот прикольный. Но может будет и лучше дальше. Ну что, проверяем, сколько жизни у тебя. Ну-ка, где мои шары R2? Ну, это было довольно-таки просто. Так, малек. О, что за дьявол? О, это главный злодей. Антагонист. Да? Что он может? Ого, вот это подача, неплохо, прям UFC. Хорош. Подожди, что? Ага. Я тебя убил? Не-не. А, нифига себе, ты не видел, можешь вставать? Ой, а чё со мной? Ты... Мы не могли двигаться. Офигеть. Офигенный челик. Мама Бирбос. Уго. Что это за штука? Да ладно, чё у него в руке? Эй, у него эти, смотрите. Во рту какие-то штуковины. Эй, отвали. Она за мной. Да отвали, штука. Морская мина. Да отвали, штука, от меня! Да что она за мной катится? Скажите ей. Ну фигач, фигач. О, пусть на него переключивается. Офигенно. Не, ладно, больше всех пока мне это нравится. Круто, еще есть такой режим у него. Хорош. Мама Бирмини босс. О. О, что это за штуковина? Ого, она бьет по башке, по 10 кп отнимает. Да отвали. Ну-ка, много жизни, не? Отлично. Так, манекен. А я не помню, сколько. Манекен. Манекен. А, чё он может? Ничего не может. Эй, а ну задамаж, задамаж. А ну-ка, давай, давай, покажи. Ого, нифига себе, скин меняется. За два раза, да, дамажит. Манекен псих. Нифига себе. Хорошо. Мурдер манкой. Пошел, вот пошел. Вот он, классический. Это стандартный, да? Да, вот это самый стандарт. Че он может? На контуру ничего нет. Блин, у него вместо рук что, нет. Кинжалы? Да. А ну, лопани. Нифига себе. Видели, как он... Это именно убивалка, обезьянка. Прикольно. Вот на ролик с этой обезьянкой записать. Успокойся, я тебя боюсь.
Давай в следующий раз. Фантом Малек. Воу, круто. Дофига себе. Че он может еще? Да я понял, ты псих. Осторожно. Так. Прокджет Джойкил. Ой, не тот. Ого! Робот, обезьяна с петушиными головами и свининой. Че это кинул? Яйца. А ну попади по мне. А, ну не дамажит меня. Не дамажит. Вот. Ого, зато он руками хорошо бьет. Неплохо так. Не-не-не, не дамся. Я хочу еще жить. О, смотри, я когда его дамажу, он клинит. А, три шара всего. Сильвер Ватчер. О, еще одна статуя. Куда? Статуя. Это самая стандартная, если не ошибаюсь. Что она делать может? То же самое. Тот, когда был светлой, походу, босс был, должен быть. Ого, у него челюхи страшные. Эй, успокойся, псих. Дамажьте этого челепизника. Да ты не сможешь меня... Ладно, сможешь. И остался последний Титан Ватчер. Вот он. Нифига себе Гигантус Абацрантус. Он быстрый или нет? Он топорами кидается. О, да как ты это сделал? Убил. Да ладно, ты что, убился он так? Уменьшился и так прикольно. Ну что, ребята, как и обещали, жесткая последняя волна. Я тоже поставлю бессмертный, пусть все будут. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Я вам не завидую. Всех по одному. Нам жопа, пацаны. Да не жопа. Так, NPC, подожди, даже лимит сработал. Но это нас не остановит, потому что мы психи, и нам надо много NPC. Психичка обезьяна. Здоровенный робот. Я вам не завидую. Так, я сейчас отличу, возьму оружие и включу их. Вы готовы? Это... Да. Так, оружие. Да. Ну я что, ребята, то, дочери, что вы любите, самое жесткое, это Мочилова. С NPC-шками. 3, 2, 1. Пошла жопа. Полетела. Они что, между собой дерутся? А нет, я думал, между собой дерутся. Так, за мной уже побежал кто-то. Хочет меня убить. Давайте будем вот тут, как всегда, их запутывать. Надеюсь, у меня получится. Так, обезьянка-психичка бежит. Отвали! Да ладно, ну блин, поймал, ты что, как? Да блин, далеко же был. Так, я вооружен. Ну что, тварь? Манекен. Ай-яй-яй-яй-яй, отвали. Неплохо, неплохо, за мной все бегут. Пацаны, а вы где все? За мной призрак бессмертный. А, понял, тебе не сильно повезло. Я убегаю максимально быстро. Я буду спрыгивать. А, упала, да ладно, надо было не спрыгивать, блин. А... Эта штука сейчас мне еще лупанет. Че, никого еще не убили? Не убили, сейчас убьем. О, статуя, отвали. Убили, да, уже? Есть, отлично. Молодцы. Респект. Так, пока я на статую смотрю, она мне ничего не делает. Давайте оружие помощнее возьмем. О, у нас же есть вот такое оружие. Я тебя убью, тварь? Да ладно, что ж тебя берет тогда? Лазерный меч. Призрак бессмертный, не бить. А статую мы убивали? Не помните, статуя убивается? Вот эта утка нет. Это я ему сверлю. Статуя, не знаю. Упок, ничего не получается. Хорошо.
У нас есть еще оружие мощное. Сейчас я его возьму. Где наш пак любимый здесь? Мощняцкий мод. Ах ты, блин, пока оружие... А, вот так значит? Где моя снайперка козырная? Так, ты что, дьявол горячий? Че он горит? Вы его подожгли? Я его пытался. Да, дьявол вонючий. Я так расслабился, думал, будет так все весело. А не, они психи. О, вот что надо. Я нашел, ребята, что нас спасет. Ай-яй-яй-яй-яй. Да дайте спастись. Спасет, 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 смотрите. Вот что нас спасет. Надо вот тут кинуть проход, чтобы они не проходили там. Все, загораживаем проходы. Я бери РПГ, я тебе дам. Хочу. Тварь. О, они на гранату бегут и умирают. Где, 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 где? Демон есть вариант. Нет, не надо, я хочу их убить все-таки. Мы сможем, пацаны. Мы ж не слабые. Нет, они смертные. Мы же убивали их. Он, смотри, умирает потихоньку. А призрака бессмысленно точно бить с ним. Да? Они бессмертные состав. Они смертные. Ай-яй-яй. Так, конченый призрак. Призрак, это понятно, конченый. Что там делаешь? А я немного, небольшое количество бомб скину, но мы все же останемся живы. Ой, они в воду попадали. Живы, видите все? Да. Они живые? Живые. Да. Хорошо, я чуть-чуть мощнее бомбу скину, немножечко она будет мощнее. Не надо. Надо, надо. Дима сейчас атомную бомбу скинет, прямо сейчас. Не, это не атомная бомба. Это ядерная бомба. 3, 2, 1, 0. Пуск. Оно просрало. Ого. Да нет, вроде бы не просрало, подсвет нормальное. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Крошка, Крошка, Кэт Макс. Как всегда, подписчики, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет полноценный обзор SCP-шек, потому что мы скачали мод, мы теперь можем ими управлять, смотреть, сколько у них хп, использовать их возможности. Если видите, кушайте, приятного аппетита. Так, первый у нас идет МТВ, МТФ Гвард. 90 хп, он может очень быстро стрелять. На правую кнопку мыши, кстати, не на левую. А меткость у него минус 1. Перезарядки нету, пацаны. Просто всегда фигачит. Так, что он еще может? А, и так стреляет. Угу, угу. Ты уже готов меня убить, да, я вижу? У него какой-то картонный автомат. Тогда он какой-то вообще странный очень. И стреляет он как-то не по-настоящему. А это просто из беты. Ладно, давайте, мочите меня. Короткрас. Ну, вот видишь, посрач делает чудеса. Так, SCP-008. 200 хп, уже это повеселее вариант. Он что может? Он может ходить как дурачок. Он может дамажить. Сколько дамажит? Ноль. Что? А так нечестно. А чё он ноль дамажит? А, пузо у него такое какое-то странное очень. А чё он бестолковый получается вообще? Ну ладно, давайте, фигачьте меня. Потому что там очень много классных, и мы хотим показать всех. Так, ну что, легендарный скромник, который руки в боки и ходит. А как заагриться? Ой, подождите, я не заагрился. Вот. Так, где выходить? А, я думал, это из-за тебя я не могу ходить, я просто агрюсь. Так, и сколько времени так буду делать? А, мало. Так, давай еще раз я его поставлю и вселюсь сразу в него. Вот, я вселился. Вот, я начинаю агриться. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Так, вот этот монстр очень интересный. Он вылазит из полов. И сейчас посмотрим, смогу ли я за него телепортироваться или тоже залазить. Так. Это дед. Это дед. Пробел, нажми, Димас, пробел, нажми. О, точно! Я вылажу, смотри! Офигеть! Блин, мы можем классный режим сделать с этим дедом, да? Как
будто из нефти вылазишь. Блин, я могу прям резко выбрать кого-то, и он не может убежать. Чё ты, иди сюда, на тебе. Классный дед, мне нравится. У меня 5000 жизни. И вы, кстати, меня... А вы меня не дамажите, у меня жизни не проходят. Ты просто бессмертный. Я бессмертный. Классная цепишка, 106. Ой, хорошо, давайте я его удалю и возьмем другого, потому что мы хотим посмотреть всех. Я статуя. Я моргнул. А эта статуя ничего не делает, она просто стоит. Давайте еще разок. А, Димас, смотри, я тебе сейчас кое-что покажу, интересно. О, вон, она двигается! Вы когда отворачиваетесь, я могу двигаться. Во-во-во, смотрите. Так, сейчас попробуем кого-то замочить. А ну отвернись. О, да, я, ты только что отворачиваешься, я сразу двигаюсь. Какой-то страшный. Так, это прям реально сделано все, как и... О, смотри, еще тебе... О, резко возле тебя, смотри сразу. Ха-ха, боишься? Я аниматроник, да. Так, хорошо, давайте следующего посмотрим. Так, обычный класс D, 60 хп. А, он вообще ничего не может делать. Пробел, Ctrl-V. Ничего. Мочите меня, бестолковый. Ого, ты хоть предлагаешь, да, что у тебя такое мощное оружие? Да. Ой, вертолет. Не, давайте вертолет, наверное, в следующей серии обзор сделаем. Его нельзя вообще поиграть, я пробовал. А, хорошо, что ты сказал, то бы я сейчас еще начал бы пробовать. Нормально. Так, следующий. Так, смотрите, какой сразу злой мужик. Димас, смотри, еще кое-что покажу. Так, давай. О, гранату могу бросать. Так, 100 хп. Тоже картоновое оружие, не слышу толком. Чё, нифига? А, подождите, пробел. Кстати, пробел у всех какая-то суперспособность. Зря ты это сделал. Нифига себе у него граната. Вы видели? О-о-о-о. Давайте еще раз брошу, стойте. Это какой-то эпик просто. Я не ожидал, что он так фигачит. Кэтпакс, ты ожидал, что такое будет? Нет. Так, давайте туда подальше брошу. Сейчас я побегу туда. И брошу там гранату. А куда я ее бросил? Туда. Так, смотрим. И все? А что так сильно взорвала она тогда? Еще раз. Она как электрическая, да? Да. Так, сколько у него гранат? Бесконечно, что ли? Да, все, больше нет гранат, кстати, у него. Так, это у нас... У него есть граната? У него другая граната, кстати, смотрите. Нифига себе, она, кстати, на движение реагирует, когда рядом кто-то подходит. Видел? Она зеленым загорается. Блин, какой-то имбовый прям вообще челик. Так, давайте следующих посмотрим. Блин, классно, у всех разные гранаты. Так, вот этот. У тебя какая граната? Надо валить, пацаны, валите. Блин, она убила тех, кто был рядом. И так прикольно. А, ты еще и горишь после смерти. Вообще, какой-то имбовый челик. Давайте, мочканите меня. На, Кэтмакс, красава. Жестко. А с какого-то пака у тебя винтовка? Понял. Так, вот это что у нас такое? Не знаю, это очки ночного видения. Во! Я ученый? Че, кто я? Ну да. Что я могу делать? Я ничего не могу делать. Бесполезный кусок говна, убейте меня. Красавчики. Ключ. Я ключом стал! А что это было? А ну еще раз. Ничего не происходит, пацаны. А, Гордон Фреймен. Ну так, хорошо. Бесполезный ключ, я понял. О! Из цепи 008. Да ладно, можно вселяться во всех? Да, это видишь. А что надо мне сделать, нажать? Все, вы умерли? А, нет, а когда ты пускаешь этот дым, мы превращаемся в зомби. А вы не превратились в зомби. Гордон Фреймен. А давайте еще раз поставлю, а вы попробуйте. А ну запрыгните туда наверх.
Не, вы не встаете, пацаны зомби, что-то не хочет она. Ну хорошо. Просто проверили, все равно было прикольно вселиться в какую-то штуковину странную. И степень на 0.8, 200 хп. О, я вас дамажу! А ну иди сюда, я сказал. Да не, какой-то кусок говна. Так, на пробел ничего не белает. Не бегает. А ну-ка. Прыгает? Не прыгает. Ладно, мочите меня, я какой-то на зомбака больше похож. Ой, а чё я умер сразу? Это скверная мелодия. А чё она делает? О, ребята, вам сейчас понравится. Знаете, кто сейчас будет? SCP-035. Это щупальщик. Подожди, а если я подойду к тебе, допустим, и нажму пробел? Щупальца дамажат. Ты только узнал? Молодец, догадливый. Что, ничего? Странно. А ты не можешь меня убить? Ого. Все, убил. Я видел, нормально завачил. Такс. Хочу удалить NPC-шек, удаляю спаун. О, чумной доктор, самое интересное. Эй, я не успел ничего сделать. Я знаю, я хочу вселиться в него и быть тоже заражателем. А я могу заразить тебя? Ну стой, если я буду челиком. О, мы можем сделать маленькую комнату выживания. Отлично, мне нравится. Ну иди сюда. Я просто руку протягиваю, и ты превращаешься? Нет, надо нажать удар. Ого, сейчас тут зомбаков сколько будет. Так, что я еще умею делать? На пробел ничего не умею делать. Не, ну чему доктор рулит? Куча режимов можно записать. Давай, мочи меня. У меня 2000 хп. Ого. Давай, в голову. Отлично. Пацаны, зомбаков там мочите. Так, следующий у нас. Наверное, даже в одну серию не войдут. Столько тут SCP-шек много. Но постараемся показать очень много. О, я обычный зомбак, который делает чумной доктор. О, я еще и дамажу, в принципе, по 10 хп, экран неплохо. Экран почернел? Так, ну давайте, мочите меня, он бесполезен. Кстати, жизни у него довольно-таки много, 350. Так. Вот, зомби еще какой-то я. Гранату не маю, я не могу гранату бросать? Я какую-то махаю в другую сторону. О, есть чуть-чуть. Ладно, давайте, мочите меня. 500 хп. Ой-ой-ой, возле трупейшена лежу. Так. Ой, катящееся говно. Что это вообще NPC? Это SCP-шка делает. 0.66. О, пацаны, вы подпрыгиваете? Нет, может так орать, и мы умираем. А я не слышу этот крик. Зато я слышу. Вы так подпрыгнули весело все, мне понравилось вначале. Ты симфонию Бетховена играешь. Ну, нормально. Так, что я могу делать? Я качусь как кусок говна. Я и выгляжу, в принципе, как кусок говна. О, вы опять прыгаете. Ха-ха-ха, классно. Ладно, мочи меня, у меня 300 хп. Это был у нас SCP-066. Следующий у нас SCP-079. Подожди, а где оно появилось, а? А нужно камеры сначала заспавнить. Ага. Давай туда, наверное, в следующей серии, может. Entity. NPC. Вот я камеры, кстати, есть. Я понял, надо сначала камеры отдельно ставить, потом эту штуковину. И да. Все у нас получится. А 0.67. 0.87. А ну что я могу делать? Подожди. Ты можешь вот так вот драться. Ой, я как будто притягиваю, что ли, или что это я делаю? А пробил что ли? Я могу тпхаться! Ага. Воу, так это же крутой SCP-шка. Ребята, ставьте плюсик или пишите, мы хотим в следующей серии, мы запишем какой-то крутой режим. Ой-ой-ой. Ну я понял, круто мочит он. Мне понравилось. Так, погнали дальше. Hey, doc. У нас SCP-087-B. Ой. Ты не можешь ходить, пока мы на тебя смотрим. А ну отвернитесь, пожалуйста. Да, реально, как? Опа, я стою. Я иду.
что-то еще. Классно, что мы можем записывать тебе режим, и никто не обманет, не будет двигаться, пока ты реально не смотришь. И мы еще моргаем. Ну, не моргайте, кстати. Ну, смотрите все на меня втроем. Не, не могу двигаться, не могу. Вообще никак. А че я вообще, как я дамажу? Дайте я хоть подойду и посмотрю. А, я сразу в зомбака превращаю. Нет, это я, когда ты меня укусил, я в зомби еще с того времени. А-а-а. Я понял. Хорошо, мочите меня, у меня 5000 жизней. Давай, давай, наваливай меня. Еще, еще, не останавливайся. Так, блин, классные SCP-шки. Вот, это у нас получается другой SCP-096. Это скромник. Их почему-то несколько тут. А, вот это, кстати, наверное, должен бегать. Помнишь, что какой-то дрыщ был конченый? А ну-ка, 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 может, все-таки я проору? А я ору-ру-ру-ру-ру. Ну, давай, жопатик, ори. Может, он глюк ловит какой-то? Ну, че я не бегаю? А ну, отвернитесь. Может, когда вы отвернетесь, я буду бегать? Я не знаю, может, а так? Ты еще не закрылся. А долго еще ждать? Нет, вот сейчас, сейчас, сейчас. Значит, сейчас, 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 ждем, ждем, ждем. Все, отлично. А ты вылетаешь из него, почему? Ах ты, бомж, выкинула меня из себя. Ну, хорошо. Я книжка какая-то. Это книга болезни. Типа, будешь ее читать? Какую болезнь ты... А как, я не могу, да, вас убить? 150 жизней, сожгите меня, мою книжку, убейте. Не меня только, а книжку, хорошо. SCP-1048. Это какой-то странный мишка. Стой, не убивай, не убивай, дайте я посмотрю, что он умеет делать. Он орёт, и у нас, типа, мы умираем. Ой, он тоже крутой, мне нравится. А ну еще раз. Типа... Даже если я буду со спины нажимать? Да, ой, типа, я могу ходить. Идет. Ты на ухо похож. Да, это какой-то мишка из ушей. А, получается, я очень громкий звук, да, какой-то издаю? Да, ультразвук у нас начинает кравиться. Да, я не могу в это время двигаться. Блин, мы такой обзор еще прям глубокий не делали. Не, ну классный мод на управление SCP-шками. Мочите меня. Красава, вместе с... Как я туда влез? Ну да ладно. Как-то влез. Well, так. Gordon Freeman, and about time to... SCP-106. Ой, какой-то я стрёмный кровавый челепиздрик. А что я делаю? Нажми на пробел. Я тебя, смотри, затягиваю к себе, или что я делаю? А ты вылазишь из-под пола, как тот старик. И тебя затягивают, тебя, вместо себя. Да блин, я такого не знал. Офигеть. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день и записываем очень крутые моды и режимы. Давай еще раз попробую, вот другого я сейчас попробую затянуть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты уйдешь под землю или нет? А, надо прицелиться. Вот, я должен выбрать тебя, наверное. Сейчас, 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 я не знаю, как это работает. Пробел нажми. Оно не сразу работает, с каким-то определенным временем. Так, хорошо. Тут какая-то дырка появилась в полу. А когда провалишься, ты просто умираешь, да? Да. Все, я понял. Мочите меня. 5000 жизней. Я бессмертный, пацаны. Я бессмертный. Офигетительно. SCP-106. Rocket Demon. Ой. Ой, я... это огромная птица, на которую нужно смотреть. Надо спрятаться. Ну ладно, ладно, давай потом, потому что что-то у меня подлагало. Я череп. 11.23. Если мы до тебя дотронемся, то все. А, ну дотронься. А, Гордон Фреймен. Не, что-то не сработало. Не все моды работают. Я крячка. SCP-1356. Ты музыку играешь. Да? Да. Так, и что, я не могу вас убивать? Давайте мочите меня, 100 жизней. Офигеть. Психи? В городе. SCP-1499-1. Hey, doc. Да я вселюсь, не бей меня. Так, что я могу делать? Я могу танцевать. Я что? А, это танец? Прикольный танец. Смотрите, на тебе. Хо-хо-хо. Я тебе с ляща вырубил, смотри. Лящиночку. На. На. Хо-хо-хо. Так смотри, получается с кулака в голову, да, лупаша? Смотри. Смотри, как анимация прикольно сделана.
Сейчас еще раз. Да блин, как-то не так бьет. Ах ты рахитка. Вон на, лещинка. И танцую. Танцы в городе. Мочите меня. SCP оказалось... Всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Снеговик, Мок, Енот. Как всегда, очень много подписчиков. Пацанчики, поздоровайтесь. Здорово. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой SCP самый крутой?». Мы скачали очень свежий последний пилпак из SCP. Будем смотреть вместе с вами, изучать. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Музычку отключайте сразу. Ой, ой, она громкая. Так, подожди, он меня первого убил, ну то ладно. Во-первых, он умеет прыгать. Он умеет прыгать, да, он достаточно быстрый, но что-то он здесь подтупливает. А ну-ка, отходите подальше, давайте посмотрим, высоко он прыгает или нет. Так, ну надо вот, режим полета отключить. А ну, о, ничего себе, он прыгает. Да, я видел, он прям руки вверх. Он на 4 этажа прыгает. Мне кажется, он еще выше может прыгать. Так, он просто бегает, мочит и все. Возьму сейчас какую-нибудь... Смотри! А, он челиком хватает и кушает их. Смотри, давайте я хочу анимацию, может быть, все так? Смотри, еще раз. Вот, смотри, он взял меня и в рот засунул мою голову. Видел? И челик, короче... Подожди, выдержит ли он базуку? Подожди-ка. Давай. Ух ты. Не, ему все равно. Погнали. Мочите его. Все мочим. А, отвали, отвали! Пацаны, я буду отвлекать! Эй! Он запрыгнул! А что? Ой, блин, говно, я испугался! Да что он такой хитрый? Блин, я хочу его использовать уже в своих роликах. Этого он кота. За мной бежит. Это какой-то бешеный кот, пацаны. Умри! Пока других убивает. Короче, оружие это его не берет. Давайте какую-то другую оружие. Давайте админский пистолет. Давай монетку. О, убивается. Давай, короче, я его сейчас поставлю, убивается? А ты попробуй монеткой. Все-таки интересно. Давай. Давай, лупаш. Обстоятельства. Нет, ты не попал. Не попал? Нет. Ой. Да ты не попадаешь. Ты что-то махнула. Ты косожопый. Смотри. Убил. Вот. Красава. Смотри, так, давай, следующий у нас картон-дог P2. Второй такой. О, это на коленке становится. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Это ползучий. Ролики выходят каждый день. Пацаны, как вам его походка? Он 90 дамаг. Он как-то прикольный очень. Он дамажит по 90 кп. Ой, блин. Случайно не ту кнопку нажал, у меня был админский пистолет. Да я не хотел. Это обстоятельства. Давайте попробуем его забить. Пистолетом. Арбалетом. Монтировка на него. Ой, Димка убил не того. Он так прикольно ходит, как будто он нарисованный и плоский, да? Но он не может прыгать, он просто ходит. А, это собака, то был кот. Он, кстати, даже не быстрый. Да он какой-то рахит. Мочите, мочите его. Монеткой может. Давай монеткой. О, возьмите, пацаны, кто-нибудь черное очко. Черное очко? Да, начали. Все, убили, убили, отлично. Так, следующий у нас... Чикен? А почему такое странно? Это курица обычная? А ты удалил мод? Она не убивает. Она последняя убивает курицу, которая. А, хорошо. Давайте тогда у нас чикен хост. О, так подожди, а кто это такое? Это курица такая? Куда она бежит? А куда ты идешь? Эй! Лупите, лупите, лупите. Опа, сейчас мы его разозлим. Вот, злится, злится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты прикольно рукаве машет? Да не, это не я. Он тоже хватает и хавает за бошку. Видели анимацию? Минус твоя башка, Димас. Минус твоя башка. Так, блин, я невкусный. Валим его. И чё, а слышишь, анимация есть, то головы нет. Видели? Да. Короче, вы его убили наизично. Чикен... Хобли. Хоббит какой-то. А чё он так бегает? Эй, она клюет? Это курица из CSGO. О, мы, кстати, можем тоже использовать в каких-то роликах прикольных. Да. Ай, по 10 хп. А что будет, если спрятаться от нее? Давайте я попробую пистолет. Ну, говно, ладно, ладно, неинтересно. Country Road. О, привет. Подожди, а что он будет бегать? Он просто за мной бегает?
Ого! А что это было? Арбузом фиганул. Я подошел на желге. Он активируется как-то. Да, я подошел. Стойте, только не мочите его. Нажми Е. Нажми на Е. Ого, мне арбузом в голову дал. А вы подойти к нему нажать. Так, подожди, а что теперь делать? Он просто за мной ходит? Он такой прикольный какой-то формой. Смешной. Большой скромник. Да, это реально большой скромник. Смотрите на его рожу, она как-то стрёмная очень. Чтобы ты знал, как у меня это выглядит, это огромная просто ерорка. Да? Да. Хорошо, что у меня... О, смотри, хват... Анимация есть. И ногой топчет. Видели? Смотри, взял челика. Блин, круто. На тебе говно за это. Я не дамся тебе живым. Пацаны, отвлеките его. А мертвым дашь тебя? Убили. Да. Отлично, пацаны, спокойно. Спасибо. Красавчики, давайте давай следующего. Дальше. Это реально классные. Так, это у нас сейчас Day 17. Ой, страх. Ого, в живот стреляйте ему все. Давайте я полечу сдалека. Вот этого я знаю. А что произошло? Кстати, пацаны, давайте я сейчас поставлю. Только не убивать, я хочу сдалека посмотреть на него. Кто это такое хоть? Как он выглядит? Ого, у него усы. Или что, это борода у него? Это то, что убивает нас. За щупальцами. Он хватает вас с земли ими и в рот тянет. Я хочу на его глаза посмотреть. Не дает. Эй. А подожди, он походу застрял. Мужик. Во, все, пошел. Верхой. Я его подвину, давайте сюда чуть-чуть. Давай его. Вот это он здоровый, на всю карту. Что, мочим его, пацаны? Давай. Подожди, Дима, смотри, оно же огромное, да? Он же огромный, да? Для огромных случаев нужны огромные приколы. Не смешно. Правильно, ты правильно подумал. Нет, его не взял. Давай, короче, монетка его, наверное. Монетка не взяло. Так, давайте следующего. D17 Worms. Ой, ну еще какой-то. Какой-то как шпагат, какой-то ходячий паук. А он ничего не делает, он просто стоит. Ого, он дергается. Блин, крутой чел. Смотри, да, давайте я хочу, чтобы он меня съел. Как оно будет со стороны? О, давайте сделаю, короче, камеру от третьего лица. А ну иди сюда. Только не убивайте его, пусть меня скушает. Ничего себе, у него щупальцы. Смотрите, прям под ними. Ну, схвати меня, схвати. Ай. Я вот. Тебе не хватает, серьезно? Да я вкусный. Он меня съел. Вот я. Да не, он сейчас... за мной. Он рядом, вот я. Вот иди, стань ему, Дима. Ну, блин, рядом, я рядом, но между не... Между ног стань у него. Ну, между ног стою у него. Стрельни в него. Взял, скушал. Офигеть, только как-то странно это выглядело очень. Он опять застрял. Хорошо, я его удалил, потому что он какой-то очень стрёмный. Хорошо, смотрим дальше. Это у нас Hate Light. Это у нас фонарь ходячий. О, он включился. О, он скушал тебя. Блин, тут все эти штуки NPC, они анимированные и очень круто сделаны. Разработчику респект. Ну. Все? Монеткой проверять. От первого лица получше было. А ну пусть он меня съест. Ух ты, вот это жесть. Ну пусть он меня съест, хочу анимацию посмотреть. А ну давай, вот я, говно. Я тебя в живот стреляю. Вот я. Я вижу, как он меня взял. Слушай, он тебя схватил, ты ужился вокруг. Ты видел, да? Какой-то баг был. Да, полетель. А интересно, короче, мочите пистолетами или чем там угодно. По голове, все. Ой, он, короче, странно очень было это. Я понял, в чем прикол. Если у него фонарик не свечится, значит он не орал. Хайгвей Вормс. Это, короче, скоростной червь. И какие-то маленькие с ним червячачки лазят. Вы его убили? Быстро очень. Что за эрорка там бегает? Вот, погнали еще раз. Да очень странно это смотрится как-то. Одна большая игрока и игрок поменьше, да. Ну, хорошо, большая. Это червяк какой-то реально баганный. Или сам NPC... А, я знаю за чего, потому что у нас есть другие моды, и они ругаются с этим. Скорее всего, так вот у нас. Наверное. Ничего. Сколько у него же... А ну, как он дамажит? Давайте проверим. Ай. Ого, он быстро хавает, ты видел? Нет. Ой-ой-ой, я растворил. Да ничего, обстоятельства, я понял. Так, давайте спекали его, сколько у него жизни, много или нет? Ай, я попробую его стрельнуть, вообще ничего.
Он какой-то непробиваемый. Монетка. На тебе, монетка, кусок вот говна. Так, и последний у нас, знаете какой? Сирен Хейт. Сирена говна. А что он сирену будет делать? Он меня сразу убил, от говна. А где сирена? А ну-ка, я хочу к нему подойти и нажать Е. Ой, я слышу сирену, когда второго поставил. Слышите? Да. Да, такая, знаете, как поломанная. Блин, классное выживание, SCP крутые. Ребята, напишите в комментариях, какой SCP больше всех вам понравился. А мне понравился... Мне кот понравился, вот этот. Слушай, Димас, можно будет найти большой лабиринт. Да, и с этими штучковины повыживать. Да. Пацаны, короче... Узнавать, рядом ли они или нет. Делаю мне веселье в конце. Монетку доставайте. Ой, что-то подлагивает. Или не? Какая монета? Нормально. Живем. Ой, побежали. Одного убил. Ого, их сколько, смотрите. А, они же могут прыгать. Ничего с ними жизни не надо. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Арек Смок Фишман. Как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем понравился очень классный ролик, какой SCP, самый крутой. Мы скачали очень много классных монстров. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а будем их обзор делать и веселиться. Так, первый у нас начинается Биг Чарли. Не знаю, просто ходит, какие-то звуки Лошадь. Конченые звуки. Как он убивает? Убивает с одного раза. Так, а ну на правую кнопку мыши иди сюда. Так, ничего не делает. А на R. R, пробел. Так, хорошо. Жизни у него много или нет? Давай монеткой попробуем. А ну давай, монеткой, лупаш. Че? Я стою на месте. Да, моментально ты его вынес просто. Хорошо, у нас какой-то следующий идет. Они, наверное, одинаковые. Давайте не будем тратить время. Будем сразу делать обзор разных. Так, что смотрите, это голова ног. Смотрим, что он может. Этот рука голов. Я не знаю, как правильно. Голова жоп. Он может быстро бегать. Он может медленно бегать. Он может прыгать двойным прыжком. Смотрите, раз, два. А ну, давай посмотрим, как он убивает. Правой кнопкой мыши. Ай. Много дамажит в жизни? 20 хп. О, отлично. Как он вообще называется? Bonus Wars. Какой-то странный. Ух ты. Не попал. Я увернулся. Ну, давай попробуй. А ну давай, мочкани. Не, нифига себе, сколько у меня жизней. Еще. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Все, вынес. Вот это ты именно псих. И своих, и чужих. Наверное, просто не попал по тебе. Так. Ого. Это Слендер. Это что? Офигеть, давайте я в него вселюся. Слендер переросток. Нифига, я управляю таким монстром большим. Ребята, в Гаррис Мод я еще ни разу таким большим не управлял. Ну-ка, попробуй ударь меня. А где ты там? А, я вижу. Я ногой топаю. Я не знаю, я, наверное, не могу тебя убить. Встань под ногу сам. Не? Не все равно. Ты не... Не. У меня знаешь что? У меня хитбокс в ногах. А, ну все, ты выхватил. Красава. Так, следующий у нас... Маленький. А, ты когда меня убил, я маленьким стал? Да. Так, подожди, что он может? Дамажить. Ай, ну иди сюда, кусок говна. А его подамажить можно? О, Чили Пиздрик, привет, это твой братишка. А так, ну, чё? Давай я попробую. Эр, пробел. Он прыгает, ты видел, как можно классно за него играть? Ух ты, блин, я аж испугался, звук очень громкий. Пацаны, помните, у нас в каких-то сериях была эрорка? Вот эта эрорка. Теперь это не эрорка, это большой... Ого, смотри! Ого! А чё у меня так башка открывается? Ого, у него там прям видно мозги, да, чуть-чуть? Попробуй ударь. А ну-ка, иди сюда. Ты щек... Ай! Нормально дамажит. А ну и ты иди сюда. Я погиб. Ага.
А ну-ка давайте, мочите меня, потому что я прикольный такой челик. Червяк Джимми, так это что у нас? О, ты опять маленький. О, подожди, давайте все-таки этого тоже проверим. О, тоже ползает, прикольно. Да, не, я даже не знаю, чем они отличаются. Может, после смерти я не червяком стану, а просто умру? А ну давайте. Нет, тоже маленькие. Так, хорошо. Так, помните, этого кота убыло? А, собака была. Но анимацию мы... А, мы в ролике показывали. Курица была уже, мы управляли ей. Так, вот этот челик. Мы тогда его особо не рассматривали его. А ну иди сюда. Я курица бешеная. На тебе. Эй! Давай, мочи меня. То он какие-то звуки конченые издает. Хрипящие. Все, замочили. Извини, письмо на обстоятельства. Обстоятельства, да, бывает. Вот, смотрите, челик. Вот сейчас будете с него угорать. Это цирк. Смотрите, пацаны, прикол. Сейчас, смотри. Я знаю, что он может... Подожди, а тут еще есть, да, такие? Так. Угу. Подожди, это у нас был в этот... Да, подожди, пацаны, он должен за голову как-то хватать. А ну стойте. Я как-то должен захватить за голову и можно носить твой труп. Я как-то это делал. Только с NPC-шками вроде бы. А ну-ка, давайте NPC поставлю. Я сейчас скажу, это точно он или нет. Так, сейчас. Вот, допустим, Алекс. Я не могу ее убить, что ли? А ну ты. Да, а как-то компьютер в тот раз я играл, я мог за голову носить. Ладно, может там другой сейчас будет. Такое прикольное лицо у него. Ладно, пацаны, замочили жестко. Так, кто у нас там следующий? Ого. Давайте будем им управлять, я уже хочу. Ого, я Рахит. Видите его походку прикольную? Прикольно, разработчик запилил, мне нравится. Так, а попробуй тебя дамажнуть. А ну стой. Так, не могу. А, могу. Только 40 хп от него. А, он так какие звуки издает? Так, он может прыгать. Да, может, да. Ну все. Мочите меня. Как вообще его называют? Country Road. По дороге, наверное, бегает. Так, вы помните вот этого челика? Подожди. Я знаю, что вроде надо R нажать на нем. Вот этот. Ой, какой он здоровый. Я хотел им тогда поуправлять еще. А, так это тот же сам получается. Да, только тот был на картофанах, а этот просто. Так, это как он называется? Country Road тоже. Так вот другая подверсия. Эй! Он ногами бьется, прикольно. Как-то странно очень это все происходит. Я тебя буду давить сейчас, щенок. А, все-таки смог раздавить. Ну и все. Прыгай. А, прыгать может. Контрол. Контрол не может. Мочите. Да, просто моментальная смерть. Даже ничего не успеваю сделать. Так, больших мы будем смотреть на другой карте. Во! Ребята, ставьте лайкосик и подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И таких челепиздриков у нас постоянно много. Почему так смешно это? Эй, иди сюда. А ну дай я дамажу, подожди, в притирку если. Ой, ты что? Красавчики. Своим делом справились успешно. Так, следующий у нас челепиздрик еще меньше. Камера у него так смешно сделана. А, надо тебя откушу уже. Ой-ой-ой. Ух ты. Так он на расстоянии кусает. Он 25 снимает. То есть одна монтировка. И все, не достаю больше. Прыгать могу. Да ладно, я тебя не убил с монетки с одного раза. Я сейчас убью. Ладно, мочите. Ну. Красавчик, ты это сделал. Так, следующий такой же. О, вот этого я помню тоже. Это крутецкий челепиздрик. А что у него это? Фонарь. У него фонарь на голове. Я так атакую, когда фонарем лупашу. Нормально топчет. Ну больше ничего не может он. Давайте, мочите меня.
Отлично. Вообще идеально. Был человек и нет человека. Еще меньше чилипиздрик. Я не знаю, разработчик фантазеру очень сильный. По сколько отнимает? Ладно, давайте мочите меня. Ли Нюгет зовут его. Странное название. Так, вот этого я помню чилипиздрика. Он очень классно быстро дамажит. Давай, бей. О, он по 10 хп снимает. Так он быстро именно бьет. Видишь, какой червяк? Лупашьте меня. Отлично, отлично. И так даже добили, на всякий случай. Так, вы помните вот этого вот? Класс, да у него звук? Головы, я его знаю. Чё он еще делает? Просто топчет, да? На тебе. Прям тапком по голове. На. Просто ваншот. Я могу быстро ходить. Блин, классные монстры. Да, давай, мочи меня. Нифига. Не-а. А ладно, фига, фига. Два раза монет. Вот, вот это классно. Смотрите на этого. Крутой, да? Скин офигенный у него. Я могу мочить? Опять только ногами, да? Ну, так же топчет. Хорошо, мочите его. Ангел. Вот сильнее, сильнее. Ангел. Ты сможешь, я в тебя верю. Отлично. Так, это такой же у нас самый скелетожоп. О, это что за... Кто? Офигеть. Так, он просто перемещается на руках. Он очень быстро убивает. С одного раза, наверное. Не, не с одного. Он может... Не ничего не может. Он может он прыгать. 80 хп снял. И на голову сразу. Давай, мочи меня. Хоп. И попал. Попал. Перекрестный попал. Огонь. Так, следующий у нас идет... Антилопа безголовая. Почему они такие... Странные очень. Смотри, я даже по воздуху не передвигаюсь. Как я дамажу? Я не дамажу. Мочите меня, бесполезный. Ой, что это было? Ух ты. Он не умер со своей монетой. Так, это что? А я не знаю, что это. Что-то невидимое? Наверное. Странно, давайте это... О, смотрите, как у него классная голова вывернута. Здорово, пацаны, как я? О, да ладно! Пацаны, я просто мочу вас взглядом. Давай со спины убью или нет, если буду боком стоять? Не, только смотреть надо. А чё он еще может бегать, ходить? Говорить. Опять же, мэн. А ну на расстоянии смогу убить? Да не, наверное. Не, не убивается на расстоянии. Только аниматроники так могут. Так, давай, мочи меня, посмотрим, что он там может. Ух ты. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фисташка, Эрорка и Гортей. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Всем привет. Подписчики мне предложили сделать такую рубрику, какой SCP или аниматроник самый живучий. Сегодня мы стремимся с SCP, следующая серия будет с аниматрониками. Ну, конечно, если вы поставите лайкосик и подпишитесь. Мне даже, знаете, ребята, что интересно, какие-нибудь звуки издавать, когда будут гореть. Ой, мужик, стой. Чпоникс. Нифига себе, уже миллион звуков. Так, кто у нас там еще? Короче, будем ставить, может, не всех, по возможности. Давайте еще поставим обычных людей, проверим, сколько люди проживут. Ой. Ой-ой-ой, извините. Извините. Все, удаляй, удаляй. Удалил. Ну нафиг, они уже начали на нас агриться. Так, горит, скромник горит. Скромник с ума сходит, скромник с ума сходит. Так. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Чуть не забыл пожелать. Так, так, так. Вообще весело. Да, он прикольно как-то ведет себя очень. Димас, смотри, тут очки летают. Тут очки вообще не падают. А, кто-то забыл очки, пацаны, забирайте. Дай тоже их в огонь. Кину. Так, а что-то никто не... А, кто-то уже сгорел. Прикольно. Кстати, чумной доктор стоит вообще не... SCP-035 сгорел. Вот кто сгорел. Человек сразу первый сгорел, я видел. Заключенный. Что-то недолго горят очень. Ну, конечно же, у них много жизни, я смотрел и читал, короче. Хорошо, пока не горят, идемте дальше издеваться. Давайте я хочу их закинуть в дробилку. Мне кажется, это будет очень прикольно. Ставь какой-то проб тоже.
Оба, все. Ой, он туда провалился, сейчас я поставлю. Мы пока смотрим. Горят, горят. Статуя, наверное, последняя. Всё, поставил. Так, а теперь мы может, сюда поставим. Может, мишку? Я не знаю, может, они все в дырку не попадут? Нет, вот этот, наверное, последний точно не попадет. Ладно, давай, удаляй. Если что, еще... Ой, блин, ой, не попадали. Дробит, 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 я вижу. Смотри, смотри, статую. Убивала. Как оно так и делает? Пацаны, дробилка начинается. Так прикольно же, смотри. Да, я думаю, что их они намного сильнее будут, чем эти. Да, пацаны, миксер из цепишек кто-то заказывал. Блин, настроение классное, как всегда. Ого, их дроби. Давайте карту обнули, потому что это будет бесконечно. Ну да. Так. Ну там они, это сказать, сгорел один, а другие что-то не горели. Так, ребята, сейчас у нас будет давилка. Это у нас пресс. 100 тысяч тонн. Ладно, я шучу, не знаю, сколько там пресс. Ну много. Давайте этого тоже поставим. Другого совсем. Так, ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, выживет кто-то или не, вы, или умрут все? Давай, скажешь, когда нажимать на кнопочку. А кто там воняет? Так, давай, нажимай! Они уже друг друга мочат. Прощайте. Эй! А чё? Их дамажит, смотри, смотри, кровяша идет. Ждем, ребята. Да. Кто первый умрет? Не знаю. Кто-то, короче, очень крепкий, головой держит. Но оно давит. Да. Это кровавый понос. 173-й держит, скромник держит, а вот этих вообще не трогает. Они типа, ну, она не доходит до них, вот эти другие степи держат. Блин, да что такое долго так умирать? Сколько у него жизней? Да дофига по-любому. Я. Ну можно даже вот, смотри, ходить начал. Куда они уходят? О! Че, все? Не знаю. А если я еще раз нажму кнопку? А, она не нажимается. Оно должно опуститься, потому что само поднимется, походу. Ага. Да. 0.96 бьет скульптуру. Да не, а то они просто, короче, это танцуют. Пофиг. Хорошо. Давайте дальше. Во, вот это что такое, вот это за кабака? Это игрушка, игрушка, типа, смотри. А ну давай, статуи сможешь задамажить? А ну-ка давай. Что-то она ее не берет. Нет, смотри, она ее дамажит. Видишь, пропадает, типа, она должна. Кто-то умер. Но 96-й умер там. Но 96-й умер. Полетим, полетим, быстрее посмотрим. Но 96-й один умер. Теперь статую дамажит. Мне вот это нравится штука, вообще круто. Жмякалка. О, да. По очереди будем ставить. Кого первого? Давайте статую. Ну, 49. Опа! Офигеть, раздавило. Мощная шняга. Опа, вообще, прикольно. Ребята, кому надо блинчик? Димас, а это штука, смотри, которая смотри. Игрушка, она убила. Ой-ой-ой, еще раз, ходите, ну, эпик. Больно. Давай, давай. Шпок. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, смотри, смотри, смотри. Вижу, капец. Димас, помнишь вот эту штуку, короче, которая током бьет? Она да. С 73-го убила. Офигеть, ну со временем, но убила. Да. Ставим. Так, давайте чумного поставим. Скромника. Давай поближе поставлю. Статую. И давайте еще вот этого скромника. Ай. Маску. Дамажит, я вижу, у них проходит дамаг у всех. Ну да. Давай как на погнали пока на пилочку. Вот на пилку. О, прикольно, давай. Нажимай. Прощай, мужик. Ого. Во, прикольно, видел его ерзало туда-сюда? Да. Господи. Нифига себе мы, ребята, вахханали это делаем. Ого. Хорошо, да. Давай этого. О, два, знаешь, что мы сделаем? Давай эпик сделаем. Давай. Давай, нажимай. Нажимаю. Все, погнал. Не поднимается, не поднимается. А, я много наставил. Ой. Пилит, пилит, пилит его, смотри. Ага, ему больно. Опа, распилило. Чё ж ты так орёшь, мужик? Не знаю. Пошли в пушку кого-то там из этих тех. Так, давайте еще, знаете, о, давайте просто хочу статую распилить, две штуки. Давай. Ой, не статую, это скромник. Шпонькс. Две штуки, погнали. Она нажимаю. Пилит, пилит. Эту голову. Эй, статуя, ты что делаешь? Она дрентит. Опа, кого-то убило током. Одна упала, решила отдохнуть. А, ее. И вторая. Ну, рано или поздно пилить всех. Да.
Так, идемте дальше. Блин, они так громко. Короче, давайте посмотрим, поскольку она вообще дамажит. Может, она по чуть-чуть дамажит. Ноль. О, это она по одному хп, это мы будем крики эти слушать неделю. Давай, убивай, убирай их, все. Отлично, наконец-то. Так, это у нас комната с повышенной гравитацией, да? Смотрите, да, ребята, здесь, ого, дамаг проходит сразу. Я даже не могу прыгнуть здесь. А ну подлети, а потом отпустись. Нифига себе, я как будто я падаю с высоты. Так, самое интересное, что мы хотим вам показать. Ребята, сейчас очень классная штука находится. Я не себе не буду показывать, потому что вы не увидите. Давайте показываем. Это уменьшитель. Когда вы на него наступаете, вы становитесь очень... Не просто маленький, очень маленький. Офигеть. А ты не... А что ты не уменьшаешься? Может, только по... А, не, уменьшилась. А что, я не уменьшаюсь? Уменьшился. Нет. О. Кто-то бегает, светящийся тут. А я уменьшаюсь или нет? Нет, я не уменьшаюсь. Я не хочу. Попробуй стать где-то, ну чуть-чуть, встань на плитку, проверим, вдруг это только плитка. Во-во, работает, не может троих одновременно, надо, чтобы по очереди были. О, господи, я уменьшаюсь. Ого, ты маленький стал. Иди сюда, я тебя съем. Вот фонарики, как обычно, они маленькие фонарики стали. А у меня, смотри, у меня радужный фонарик, смотри. А нет, да, такой же самый большой. А я что-то не уменьшаюсь. Ты маленькая, вообще тебя не видно. Вот эта штука крутая. А вот это я не знаю, что... А, оно будет втискивать туда, вовнутрь, ну давай проверим. Давай. Так. Прощай, давай. Ты был хорошим человеком. Ой-ой-ой, еще одного. Дальше. А оно дойдет до конца, прощай. Да ладно. Давай. Нет. Отлично, теперь мы, ребята, ставим. Сейчас он назад дойдет. Это мясорубка. Это выдавливалка. О, давайте еще эту статую. Ну все, нажимай. Погнал. Так, это челик сразу умер. Неплохо оно дамажит. Бутерброд со сцепишками. Кровавый понос идет просто с жопы. Боже, он так орет сильно. Так, идем. Не-не-не, я все-таки думаю, сейчас задамажит. Ну, хочешь смотреть? А давай я пока прыганю машинку. Давай. А, убила скромника. Теперь статую дамажит. Статуя держит вроде нормально руками и вообще не берет ее. Все, статуя последняя. Короче, это самое такое потихонечку, но мочить всех. Вот и все. Погнала статую сюда. Держись, родная, мы в тебя верим, давай. Она сейчас ее там раздавит. А, нет, через нее прошло. И назад идет. Ага, все, понял. Это у нас центрофуга. Хомячки. О, она дробилку забагала. А, нет. Съела. Раздробила. Нормальная дробилка, пойдет, а ты? Давай, дробись. Не больно. Не, кстати, вот это самое мощное из всех тут оружий. А человек вообще, да, на изи сразу улетает. Угу. Куча людей! Они там внизу выпадают? Да, вот смотри. Прикольно. Так, мало мне. Хочу еще. Давайте посмотрим, сколько там можно вообще навалить. Что-то я много наставил сильно, да? Пошел. Трупы исчезают там или нет? Нет, не исчезает, они тут много. Так. Давайте вы побросаете, я хочу посмотреть, как они падают. Давай, сейчас, найду их. Давай, неплохо. А вы что же вы остаетесь тут? Во, падают, летят. Никто не заказывал, где? Он меня ж лагает. Идеи, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, скажи веселые слова. Всем привет, филилить, дрить. Сегодня мы играем в Гаррис мод. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем все-таки выяснять, какой монстр Хендерсона самый быстрый. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Все очень просто. Мы ставим NPC-шки вот таким вот образом, и через C можно в них вселяться и управлять. А ну, Сережка, нажми пробел, у тебя прыгает все. Да, прыгает. Ого, я так высоко прыгаю. Кстати, да. Допилили управление, раньше как-то все лагало, теперь прям мягенько работает. Ну что, ты готов? А я готивка. 1, 2, 3. А я бегу, пока ручечками махаю. Эй, слышь, ты свою шкуру задери от головы, я быстрее. Нет. Если бы ты не отгибал мозги, ты бы медленнее бежал. Ты не понимаешь, это такая скорость у меня, Дим. Так, на тебе такого, на меня такого. Ой, где он? Подожди, стопэ, что-то не пошло не так. О, отлично. Так, сейчас же будем проверять, кто же быстрее.
Cartoon Dog или Cartoon Cat? 1, 2, 3. Я пополз. Мне кажется, одинаково бегут. Я тебя не догоняю. Или нет, ты отстаешь. Нет, ты быстрее. Я быстрее. А что ты как модель по подиуму ручками машешь? Я как Майкл Джексон. Настроение, ребята, классное. Надеюсь, вы смотрите наши ролики. Подпишитесь и поставите лайкосик, потому что мы стараемся с Серегой поднять настроение людям каждый день. И надеюсь, у нас это получается. Этот уже был чилипиздрик. Так, сейчас будет у нас Cartoon Dog с курицей. Это как-то очень странно будет смотреться, но мы постараемся. Я как крахит хочу. Ребята, напишите в комментариях, кто же быстрее, курочка Ряба или Cartoon Dog? Cartoon Рахит. 1, 2, 3. Давай-давай, курочка Ряба, беги. Эй, ты, Майкл Джексон, остановись. Не остановлюсь, догоняй меня. Ну, пожалуйста, устон. А если я буду пробел нажимать? Нет, это не работает, только жопа задирается. Так, ты быстрее, оказывается, курочки Рябы. У нас есть вот такой вот чилипиздрик. И вот такой вот чилипиздрик. Это уже, знаешь, эта курица Ряба разозлилась, то, что проиграла Cartoon Cat. Вот у меня какая-то... Custom Man и Chicken Host. 1, 2, 3. Да что, голова телепается, а я еле иду. Еще рот разеваю. Обиженный. Но мне кажется, самый быстрый будет из сиреноголовых. Вот такое ощущение, что они реально быстрые будут. Вот такой чилипиздрик и вот такой. Это что за лошадь? Вы же видите, ребята, что мы пропускаем громаднейших монстров Хендерсона, потому что мы не знаем, какую карту нам скачать для их теста. Если вы знаете название громаднейшей карты, напишите в комментариях, и мы на ней запишем тест скорости громадных монстров Хендерсона. Или даже запишем рубрику, какой самый большой монстр Хендерсона. 1, 2, 3. Эй, костяная нога, дай пирога. И там, моя. Ты очень моё. Быстро бегаешь. Конечно, у меня ноги больше, чем у тебя. У тебя культяпки, а у меня, не знаю, лопаты какие-то. Я этот, я родственник статуи 173. Так, на тебе вот такого чилипиздрика, а на у меня вот такого. Посмотрим, они разные или одинаковые? Привет, как дела? Что за... У тебя тоже камера рахитно работает? Да, да. 1, 2, 3. А я бегу-бегу быстрее тебя. Нет, одинаково. Да, одинаково, Дим. Одинаково, одинаково, ничего не отличается. На тебе, по башке. Жизни не видно, ничего не видно. Хорошо, Сережка. Это все хорошо. Ну, теперь у нас пошли фонароголовые. Ой, так. Привет, мне запилил. Это что за глиц, Дима, у тебя? А ты можешь прыгать? Да. Нет. А, нет, нет, не могу. Так, ну что, кто быстрее, глисты или фонароголовые? 1, 2, 3. Глисты вперед. Глист быстрее, Дим. Я еще могу прыгать в воздухе. Как-то очень странно он это делает. А как я дамажу? А на R? Анимации никакой нету. Так, глисты сегодня рулят. Как-то странно звучит очень. Так, вот такой у нас есть. И вот такой вот. Они все-таки разные, потому что находятся в разных ячеечках. Я думаю, что одинаково будет бежать. Раз, давай посмотрим. 2, 3. А я бегу, 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 бегу. Давай, подожду тебя, чтобы одновременно. Да, одинаково. А полностью и жопа блестит, как у меня все. Все одинаково. Маслом обмазались. Ну, так, вот такой вот есть. И вот такой чилипиздрик. Кстати, у меня что-то с глазами не то. Они как-то смотрят не... А у меня что? Косоглазит немножко. Очень прикольный чилипиздрик, и мне нравится. Кстати, он очень быстрый. Ну что, 1, 2, 3. Бегу, бегу, бегу. Куда-то да бегу. Нет, я одинаково с тобой бегу, полностью идентично. Ничего не отличается. Да, одинаково. Это очень плохо. Ой, хорошо. Так. Вот такой вот есть червяк Джимми. И вот такой вот дом. Маленький глистый палочник. Это палочник? Прокисшее молоко. Прокисшее молоко? Не, не надо быть прокисшим молоком. Так, 1, 2, 3.
А я бегу за прокисшее молоко. Аглист проиграл этот раунд. Так, понятно. Молоко быстрее глиста. Глиста. Вот такой у тебя головастик, на похоже на Малакеева. И вот, о, ну это, конечно, сравнивать так сейчас тупо будет, но мы проверим. А вдруг? Ты меня хоть так, видишь? Да, я тебя вижу. Главное не раздавить тебя. Так, так. Это же колобака, Дима. Помнишь оранжевый апельсин? Да, 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 это да, да. Он мутировавший. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Да, нифига себе, ты полкарты прыгаешь, так нечестно. Я тоже хочу прыгать. Маленький сантиметрик. Тлинь, как в Марио. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, на тебе стреляльщика. И есть еще один стреляльщик. Все-таки они отличаются чем-то. Палю, басу. Раз, два, три. Погнали. Какие блатные идут. Мне кажется... Нет, мне не кажется, мы одинаково бежим. Все сходится, все четко. Смотри, как ходит. Как блатные какие-то. О, я могу по тебе стрельнуть. Ай. Попал? Слышь, ты... Ты меня убил, да ладно? У тебя что, пули выносят триллион хп? Сексиллион. Хорошо. Вот такой тебе жабочник. А мне вот такой вот чили-пиздрик. Ой. О. Так. Раз, два, три. Так. Не, жаба, стой! Ладно. А, нет. Не-не-не, ты быстрее меня, у тебя кишки из живота торчат. У меня дополнительные пары рук помогают бежать. Хорошо, жаба лучше всех. На тебе. О, ребята, пошло самое интересное. Пошли сиреноголовые. А вот мне кажется, что какой-то сиреноголовый будет очень быстрым. Мы это проверим сейчас. Раз, два, три. Погнали! Ого, я на жопе скольжу, ничего себе, самки отдыхают в сторонке. Конечно, маслом смазал жопу. Ну да, кстати, он разгоняется, все больше и больше. Хорошо, на тебе такого чилипиздрика, а мне вот такого. О, сирену подрубил, нормально. Один, два, три. Побежали, побежали. Да, не, я... Быстрее, потому что я это задействовал еще и руки. Ну, а я не могу руки задействовать, а хотя надо было бы... А, ты хотел меня замочить? Не-не-не-не-не. Я не орешаю тебе. На тебе такого. Кстати, это тоже очень быстрый. А мне вот такого. Так, у меня уже такое ощущение, что мой черный будет сейчас жучить всех. Я конечно, помню из тех серий... Он, помнишь, насколько он быстрый? Какой-то вообще неадекватный чилипиздрик. На куски всех рвал. Раз, два, три. Во-во-во, о чем я и говорил. Что он разгоняется и начинает просто струячить. А он уже еще и телепортируется, если не ошибаюсь. А я не знаю, нет, это, наверное, только NPC, может, я не могу этого делать. А очень хочется. Хорошо, хорошо. Вот такой вот еще есть у нас чилипиздрик. О. Ой, это полкарты занимает. И вот такой вот костяшкин сын. Ой, прикольно. Мне кажется, я сейчас буду с тобой вместе, как рахит, бежать. Два рахита. Так. Раз, два, три. А я бегу. Нет, куда я бегу? Я еле хромаю. Рахит. Да ну вообще, костяная нога, быстрее. Это с шифтом при том. Без шифта вообще еле идет. А ты смотри, я на shift нажимаю. А, ладно. Твой так же самое бегает, медленно-медленно. Я видел. Литовский. Кстати, напрашивается рубрика, какой Monster Hunters у нас самый медленный. Так что, ребята, 5000 лайков, и мы сразу снимаем, какой Monster Hunters у нас самый медленный. И еще рубрика будет, какой Monster Hunters у нас самый большой. Но для этого надо поискать нам карту. Раз, два, три. Горка, беги, горочка, беги. Че, сделал, да, костяную ногу? Да, ну... А что я тебе его выдал? А, их же два здесь костяных нога. Я понял. Давай тогда возьмем горку тебе, а я возьму другого. Все-таки, мне кажется, будет разница. Давай вот с этим стестируем. Так, вот так будет почестнее. Готов? Один, два, три. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. У тебя этот
На горке такой хобот, как у слона с зубами. Это очень странно я смотрится. Я этим хоботом могу бить еще. Не, а ну иди сюда, что ты сказал? Да ладно, с одного раза! Ты читер! Я тоже так хочу! Надо снять ролик, Серега, где мы будем в них селяться и драться. Да, можно. Прикольно будет. Кстати, очень много рубрик мы теперь можем запилить с этими монстрами. Раз, да. Два, три. Давай, давай. Эй! Слышь, у тебя там между ног какая-то кабака висит, она тебе помогает ногами идти. Да. Блин, ты очень быстрый. Похоже на скромника, да, челепиздрик этот? Есть такое. Хорошо, хорошо, ты меня расстраиваешь, что у тебя все быстро. На тебе коняку безголовую. А я буду вот этим. О, костяная. Это что за баба-буба чернобыльская? Не помню. Я. Так, один, два, три. Ладно, ладно, я shift забыл нажать. С shift'ом я намного быстрее бегаю. А у тебя даже анимации нет, у тебя просто... Летающая штуковина странная. Я высираю тебя еще, какая хе, оказывается. А ну иди сюда, я тебя сейчас задамажу. Ты че срё... Эй, ты насрал там говно. Сейчас уберу. Да ладно, пусть будет. Так, два челепизрика, я уверен, что они бегают одинаково. Даже не будем проверять, потому что они с виду полностью одинаковые. Ой. О. Ну чё? Раз, два, три. Беги, Серега, беги. Одинаково. Или я догоняю тебя чуть-чуть? Тут не поймешь. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, Дима. А ну иди сюда, я тебя лупану разочек. Не дам. Ах ты. Мазила. Моя. Да что ты мочишь меня с одного раза? Я тебе рукой помахал, и ты умер. Я не знаю, почему мне такие попадаются. То тебе попадаются эти ваншотные челепиздрики. Так. О, девочка Йо-Йо. Моя. Давай их сравним. Они все-таки одна злая, одна добрая. Может, все-таки они отличаются по скорости? Раз, скины разные. Раз, два, три. Я быстрее, ножи. Серега! Иди сюда, я тебя ножи. А ты догони меня для того, чтобы меня замочить. Давай. Иди сюда. Давай, 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 давай. Эх ты. Давай, будем в ладошки играть. Да ты задрал, ну что ты убиваешь меня постоянно? Я не знаю, почему-то. Так, мы доходим до банановых челепиздриков. Так, отлично. А если я нажму R, что будет? Я встал. О, ты встал. Значит, скорость будет одинаковая, наверное, у них, раз ты встал. Наверное. Давай проверим. Давай проверим. Один, два, три. Ладно, давай сейчас их поставим, и ты не будешь вставать. Давай. Реально интересно, будет твой быстрее или нет. Чпонькс. Чпонькс. Ну-ка. Раз, два, три. Я быстрее. Разработчик молодец. Реально молодец, что так сделал. Смотри, те какашки, которые я выставил. Эй, они выросли. Я чищу карту, не надо расти, я не разрешаю вам расти, только мы растем. Так, вот такой вот есть, и вот такой вот есть. Я думаю, что они тоже будут отличаться по скорости, но может и нет. Раз, видно. Два, три. А, нет, одинаково, Дима, одинаково. Да, полностью идентично. Так, на данный момент мне кажется, что тот сиреноголовый, черный, самый быстрый. Или на который на жопе скользит, еще неизвестно. О, это что-то из новых уже. Демоны какие-то, да? Мне кажется, они будут одинаково бегать, но сейчас проверим. Один, два, три. Один, а, да, одинаково. Я хотел задамажить. А ну иди сюда, давай, одинаково бегает он. Ого, я прыгаю. А, это ты мне дама... А что? Да что? Ну почему? Твой всегда сильнее. А какую ты кнопку нажал? Ты такой взрыв запил. Левую. Нифига. А ну нажми еще раз левую кнопку, в дом только стрельни. А, надо. А ну давай в меня лупани. Ого! Я аж прям прощелкнулся. Хорошо. Прикольный демон, мне понравился он. Так. Вот это челепиздрик. И маленький. Кстати, будет интересно. Может, все-таки представь с одной скоростью бегать. Это будет прикольно. Давай. Один, два, три. Давай, челепиздрик, беги.
Ого, ты дал. Ты любую машину даже обгонишь. А ну давай, я тебе сейчас задамажу. Да ну все понятно, ну конечно, это ж твои дети. Батя всегда сильнее, есть такое выражение. Хыш и хуш. По-любому будет одинаково бегать, давай с другим тестируем. Так. О. В эту девочку нельзя вселяться. А в эту? Можно. О, отлично. Мне даже, кстати, анимация рук одинаковая. Раз, два, три. Давай, девочка, давай, наваливай. Неа. Ты быстрее меня, да, получишь? Да ты задрал меня мочить. Так, ну что, последняя забега. О, а что с ним? Амонгас. Амонгас. Амогу соберешь, Дим. Я сейчас тебя замочу. Я тебя сейчас замочу за него. Раз, два, три. Давай, Амонгас. Нифига себе нога. Твоя большая, как лупашит. А ну иди сюда, иди сюда. А как тебя бить, по ноге что ли подходить бить или как? Где твой этот начинается хитбокс? Да ну где ты? Да ты задрал меня убивать. Если вы заметили, и напишите в комментариях, кто же оказался самым быстрым монстром Хендерсона. А если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.